Так, идем за Нивой. Сейчас будет экшен опять. Куда его несет? Нива в ТР-3. Качни чуть-чуть, качни назад чуть-чуть. Назад чуть-чуть. Все, все, хорош. Блин, почти. Профессор Лебединский, иди лебеди, пока вещи не набухли. Подожди, мы возьмем. Не живой кушак, дай еще. Сейчас он вас сразу к следующей точке подвезет, пацаны, не очкуйте. Сейчас будет экшен. Сезон, мы можем тебя тоже достать. Веталь, прокати его. Не, никаких, вот так чуть-чуть на горку и все. А не, вот уже усочено. Не-не-не, ребята. Так, следующий задним ходом. Все точно так же. Это бизон, Нива Гелик длинный. Хорош! Он тут сам и выйдет, я думаю. Что это за кабан ползет? Блин, нет. Я же дикий пиццу иначе. Это ты, Юрец? А, я тебя перепутал. Макс, фотографируй, смотри на меня. Юра, посвети. Мне. Почти. Если бы задний блок работал, выехал бы. Ну, он сейчас и так может выскочить. Он упирается как в стену. Упирается в льдину, наверное. Ступенька из льда уже такая, что не может запрыгнуть. Лебедка рулит. Так, тут кто-то еще. Да, такого оффроуда еще не было. Ходим по льду от точки к точке. Так, это Юра, наверное, таки заехал. Да, Вранглер. Это жесть. Взяли, достали до точки? Взяли точку. Это жесть вообще. Посмотрите на льдины эти. Толщина льда. Сколько? 10 где-то, да? Да. Сантиметров лед. Больше где-то 12. Да, вон льдины. Ого-го. Что это за кабан идет? Ищут маршрут. Это ехать
исполняет на все деньги. Колесо в воздухе. Руль вправо до конца теперь, наверное. Закрыл. Вы не представляете, какая это нагрузка на трансмиссию. Право руль, право руль! Звуки такие. Вперед мне. Добраться им. Прощай. Так что вы очканули или что? Не, мы вернемся. Жди здесь. Да, дождись, мы сейчас возьмем те две точки и вернемся. Да нет. Она что-то... Не, смотри, зазоры какие идеальные, вообще четкая машина. Очкнули или? Как это называется? Давай ты уже подходи. С разгона. На чар. Починили? Нет. Вроде едет. Или на задке. Починили, Юра? Починили, говорит. Повышенную, думаешь? Уехали. Да, такая концовочка, ничего. Бородач уходит в темноту. Пашенька, скажи, что подписывались на канал. Значит, говорит, все забили и уехали, только нам нужен оффроуд. Ну да, ну а что? Ну поехали. Подожди, только от меня не уезжай, то я потеряюсь. Бородач говорит, все забили, только нам оффроуд нужен. И мы... Ох, как, блин, тут тоже скользковато. Я лечу за бородачом, гляньте, как он дубасит на двухсотке. Ё-моё, он так не дубасил по-светлому. А, он, чтобы не отстать от этих, от участников. Это мы за белой Нивой валим, что ли, судя по всему. Ё-моё, блин, бы не вклепать его. Это будет веселое ДТП. Блин, бородач тут валит по полю, как бешеный просто. Хорошо, что я не на бахе семерки. Я бы далеко тут не уехал. Но у него точки есть, координаты. Какая яма.
зловеще. Посмотрите, что творит. Но у него 4.5 турбодизель. Тоже четко едет машина. Какие-то, блин, скорости дикие разгоняем. По тьмах. Руки замерзли нереально просто. Не чувствую рук. Уперлись в кучу участников здесь. Какая-то жесть, надо куда-то паркануться, чтобы не мешать. Тут и Нивы, и Патрол. Не, это Чероки. Такого же цвета, как Патрол. Что-то еще тут какой-то жестяк, короче, творится сейчас. Будем смотреть. Вон тут веселый движ продолжается. Мы где-то прямо в лагере практически. Это буераки тут нереальные просто. Где точка? Взяли, да? Нормальное кино. Бородач штурманит. Так, Юра едет. Куда он едет, непонятно. Куда-то на нас. А через эти двери можно залезть? А если подождать чуть-чуть, она приедет. Москва выйдет, пожалуйста. Такая в лагере сама. Так а что с передком трещало? Металл. Металл трещал? Пошел по кругу. Впереди все-таки звуки есть немножко. Сейчас это легендарный автомобиль. Полноприводный покажет экшен. Так, едет. Ух, повалил как. Попробуй вот так. Так, смотри, вот у вас место. Во! Дерзает. Нара. Давай. Так, вот Нива. Чуть-чуть, слышишь? Да. Давай. Нормально. Давай, честно. Давай. Ко мне.
Так а номера надо переклеить на внутрь дверей. Слышь, двери или двери открутить? Надо подпрыгнуть или чтобы кто-то мне на руки. На краску попал? Руслан, иди. На краску попал? Бумагу принесли. Да, да. А, нихера. Ты как рукавом как будто держишь, блин. Вот так. Давай я перейду, посвечу. Номер машины видно? АА-4160. Огонь. Поехали на лед. На лед теперь? Профессор Лебединский. На лед? Какой лед? Да ты ходом выйдешь, какая лебедка, ты чё? На лед, на подледную, сейчас. Артём, давай ходом, ходом. Штурма она не слушает. Отлично. Коксу давай. Чё? Подожди, вода пусть сольется, не едь. Слушай штурмана, он тебе все правильно говорит, он из нашей команды. Давай, давай. И вправо руль чуть-чуть. Вправо, вправо. Все хорошо. Ищи, я не могу найти крутой. На пенсии над этим кадром будешь плакать неделю. Нет, кадр с мотороллером не побьет больше никаких кадров. И все, что я испытал в той копейке, я больше в жизни не испытаю, испытать не хочу. Не-не, он приедет еще, испытаешь. Не-не, я в ту копейку больше не А помогу. Мы тебя привяжем все равно. Ночной лагерь. Привет, фолловеры. Вот алкогольные напитки Руслана. Ого. Ого, подготовились люди. Пошли, тут еда где-то, я слышу запах. Да, пошли, идем на еду. А, у вас три, да. У нас, вы все, а где вход? Вот есть еда, пошли, я тебе дойду, отведу. А где вход? Ёханы бабай. Вот я пошел правильно. Где? Вон она. Так тут полчаса с лопатой можно Жигули брать. 5 минут. Да? Хорошие места, да? А через камыши там давай! Артём, я пробовал копейку, все, не лёд. Лёд держит. Держит. Уже попроламывали. Танк держит. Мы посмотрим, что Нива брала только что. Бородач уже внизу. Пашенька, ты там рискуешь? Как он туда залез вообще? Может быть экшен в любой момент, мне кажется. Я готов. Готов, да? Конечно. В смысле, отрезаешь кевлар, а я снимаю или что? Блин, ну страшно реально, да? На Ниве очковали сильно, наверное, да? Ну да. Пашенька, блин. Достает? Изи. А где ваш номер? А у них двери украли. Паша, подожди, тут попробуй залезть, не обходи. Не, у него хорошо светит. Персональный чувак. Угу. Без дальнего работаешь. Это я на поле. Тоже и кредит уже мол. Сейчас скинут на голову. Там он в шлеме, что ему бояться.
тут делят места. Юрец, на каком вы месте уже сегодня? На своем. На центральном. Да? Так, эти на Ниве уже сдают точки. Целый рюкзак точек собрали, да? Ого. Поехали мы все-таки. А когда еда? Поехали на лед? Не провалились? И не взяли точку, пришлось... Испугался, вылетел на Ниве. Ну, очканул, потому что... Нет, было дело не так. Иди отсюда, мальчик. Так, тут хорошие места. Все четко. Участок? Завтра тут будет? Завтра спецучасток. Поехали домой. Будет тут серьезно все. Сейчас только найти надо Гранд Чероки. Где моя машина? Ёлки-палки. Тут глухие какие-то места. Сказали вот сюда идти. Там есть дорога? Найти машину, доехать. Ого, какой под... Какой Чероки модный. А где вы взяли такой? Подарили. Бобровец. Здрасте. Привет. Сколько лет? Ну что, все взяли? Почти. Почти? Ого. Все, пока. В общем, завтра будет серьезное продолжение. Вот этот патрол сегодня. Красиво ехали ребята. Все во внедорожниках запарковано. На каждом квадратном метре. В общем, всем пока. Витара. До завтра.